Hope you guys doing well. Today I'm gonna be singing Russian song in public by Max Korsh, Where Am I? This is my favorite singer from Russia. Make sure you subscribe to my channel, leave a thumbs up, share this video, and let's start right now. Мне не звони на телефон и за неоплату. Он отключен. Ты знаешь, в жизни бывает и не такой закон. Закон джунглей моих, лишь дело меньше слов. Знаешь, я даже не парюсь, совет вам да любовь. Я стоял в метро, на рекламы втыкал, и в голову мою мне пришла идея, как бы было хорошо взять один билет, неважно куда. Я просто испарюсь, как тень, и никто не узнает, где я. И никто не узнает, где я. И никто не узнает, где ты. И никто не узнает, где мы. На работе за пара можешь увольнять. Не вспомнят соседи и даже участковый. Не знает еще мой военкомат, что я отчислен, значит время есть, пока не в розыск. Я стоял в метро, на рекламы втыкал, и в голову мою мне пришла идея, как бы было хорошо взять один билет, неважно куда. Я просто испарюсь, как тень, и никто не узнает, где я. И никто не узнает, где я. И никто не узнает, где я. Никто не узнает, где я. Я буду много пить и танцевать, дышать свободу, песни орать. Упаду лицом в песок и буду ждать волну. От души отматерюсь и закурю. В мире много еще разных мест. У меня на каждый денечек есть. И поскучаю я совсем чуть-чуть. Знаешь, я обязательно вернусь. Две недели или на жизнь, на куда, не важно, не важно. Просто лететь. Город свободу дай мне, лишь дай мне. И никто не узнает, где я. 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 Где я? Где я? Где я? Где я? Thanks for watching video, guys. Hope you enjoyed the video. Make sure you give me a thumbs up, leave the comments below, share the video. I wish you all Merry Christmas, Happy Holidays, stay positive, and I'll see you in the next video.